Макс Ньюс. Утро на Болткове. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем утро на Болткоме. И сегодня у нас в гостях, как мы уже анонсировали, магистр права и член правления компании S-Abitribus Risenheim Мариса Рукерс. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот причина, почему вас пригласили, достаточно интересное такое, ну, прецедентное решение административного суда. Сразу нужно сказать, что это, конечно, первая инстанция. Вполне возможно апелляция, ну, со стороны проигравшей, ну, частично, да. Поигравшим, в данном случае речь идет об агентстве обязательного социального страхования. И такое вот интересное дело, мы успели буквально несколькими фразами обменяться до эфира. Казалось сначала, что вроде бы, ну, рядовой случай, а из него может сделать какие-то выводы, связанные это с защитой, ну, по существу прав человека на получение вот этого пособия по материнству. Потому что женщина ушла в декретный отпуск, ну и до этого, я так понимаю, что она была, попала под сокращение. И вот в это пособие по материнству, я так понимаю, в это ВСА, вот это агентство обязательного социального страхования, решило не включать компенсацию за я так понимаю, то, что человек не был в отпуске, да, вот эта компенсация, и плюс за сокращение, да, вот эта сумма. Так, общая история, да? Может быть, чуть-чуть подробнее расскажите. Да. Вот я так понимаю, что вам обратилась как раз вот женщина, да, вот да. Несколько слов об этом. Ну, в общем-то, обратился клиент с просьбой оспорить отказ, частичный отказ, скажем так, пособия в связи с тем, что в пособии не включалась сумма, которая выплачивалась в связи с увольнением. Значит, пособие по увольнению у нас есть в законе. Один месяц, если проработал до 5 лет, две зарплаты, если проработал более. Она, по-моему, более. Более. Значит, это две зарплаты, которая и выплачивается как компенсация, облагается всеми налогами, социальными, подоходными, но из этой, в эту сумму агентура по социальному обеспечению не включила в расчет компенсацию. Компенсацию за неиспользованный отпуск тоже не была включена, да? Да. В чем это связано? Это связано с тем, что оказывается, как говорится, 6 лет всем, которые, да, ну, это пособие хочет получить, 6 лет подряд никому в расчет не включалось. Это не только вот одному клиентке, а вообще, да? Почему? Потому что в Сенате в 2013 году попало дело, может даже сказать, 7 лет, 2013 года решение, да, Сената, лет, да, административного суда, который также и решил, что пособие не надо включать. Хотя ни один закон, ни одна норма это не говорит. Наоборот, в законе сказано, что все, что облагает социальным налогом, включается в пособие. Значит, суд интерпретировал, что это не так. Потому, но почему суд так сказал? Потому что в данном деле, тогда, в 2013 году, было пособие не только законное, по увольнению, это значит, что выплачивается одна зарплата или две зарплаты, но там было дело по договору, компенсация по договору. А это совсем другая история. Совсем другая история, и там была сумма 60 тысяч, тогда еще лат. Лат, да. И чтобы не выплатить такую сумму, это значит, что мы искусственно можем как бы из государства получить большие пособия, если мы выплачиваем такие суммы. Сенат решил, что это не включается. И значит, далее уже есть несколько дел, но они не столько значимы. А далее агентура, ссылаясь на это одно судебное решение, 7 лет подряд всем делает одинаковые решения. Пособие... Хотя речь идет о трудовом, да, договоре, а не просто о каком-то другом договоре. Да, 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 да. А вот это тоже интересно, может быть, такой юридический нюанс. Я думаю, я так
насколько я понимаю, вы преподаете или преподавали в этой государственной административной школе, да, ну, где вот тоже государственные служащие, да, в том числе. Вот если вам действительно зададут вопросы, такое удовольствие достаточно интересное, может быть, он узкопрофессиональный, но в то же самое время, чтобы наши радиослушатели тоже понимали. Вот это решение Сената. Обычно бывает так, что вот если нет какого-то закона, и Сенат принимает решение, это создает юдикатуру, да, то есть на основании которого потом можно ссылаться. Да? Вот что в данной ситуации? Это юдикатура, и чем она ограничена? Чуть-чуть поясните нам. Видите, у нас, в различие от Англии и так далее, у нас есть непрецедентное право. Но у нас, как говорится, есть терминология, юдикатура. Что это значит? Это значит, что в каком-то вопросе есть пробел в законодательстве, к примеру, да? Значит, юдикатура заполняет пробел с интерпретацией, которая не один случай, например, ну, у нас много дел таких, что есть одно решение, но это как бы не один случай, это вот что суд думает в одном направлении по многим делам, и значит, мы понимаем, что там иначе быть не может. Но здесь все-таки в юдикатуре что отличается? Индивидуальная ситуация. Угу. Индивидуальная ситуация. И она может отличаться. Она может отличаться. И если и здесь не суд виноват, который в 2013 году так, может быть, решил, а здесь агентура не рассматривала больше никакие индивидуальные обстоятельства. Значит, она взяла это решение 2013 года и как по конвейеру, значит, делала интерпретации. И это выгодно для государственного бюджета, конечно, потому что вы понимаете, что если 7 лет, и это не только пособие по материнству, а также такой же принцип идет по пособию безработицы. Такой же принцип идет. Значит, это они взяли, ну, целый такой вопрос, и это реально, значит, государство не платит те деньги, которые человеку полагаются. Да, там интересная, конечно, ситуация сложилась. Но вот с одной стороны, понятно, что экономятся деньги государственного бюджета, но мне кажется, что нарушается при этом такой вот, ну, не знаю, базовый принцип. Вот это ведь мы считаем, что компенсация за сокращение, да, и компенсация за неиспользованный отпуск – это доход. Так мы говорить. И он облагается. И он облагается налогом. И вообще, в принципе, по правам государства, все, что вот официально твой доход, облагается, в том числе вот с этим социальным налогом, ну так, проще говоря, социальный налог, да, это значит, это фактически то, что дает, ты сам оплачиваешь какие-то гарантии на случай разных вот таких жизненных ситуаций, безработицы, уход в декрет, рождение ребенка и так далее. То есть, по-моему, нарушается тогда сам базовый принцип. Если чиновники говорят, трактуй так, ну и что, что вы там заплатили налоги, а мы все равно вам это пособие не будем это включать. Ну, тут есть интересный вопрос. Конечно, вопрос задается, если человек не работал, какое пособие он будет получать, потому что он тоже получает какое-то минимальное пособие, из каких денег. Вот это, если бы сейчас на этом кресле сидела бы агентура, она бы так говорила. Вот вы платите и за тех, которые не заработали, но им минимально. Значит, у нас есть какой-то принцип индивидуальных взносов, да, из которых мы получаем, а если нет, то у нас есть солидарность. Да. Но в этом деле агентура никак не рассматривает, как соотносить эти две принципа вместе. И главный вопрос, что еще интересно, решался не в административном суде раньше, а в гражданском суде, тоже в Сенате, решался вопрос, включается ли пособие как таковое, значит, в заплате вот, трудовой доход. Это трудовой доход или это что-то отдельное? И что интересно, что в том же 2014 году по праву, европейскому праву, тоже смотря по европейским судам, гражданский суд в Сенате решил, что пособие, законное пособие включается в терминологию трудовой доход, заплата.
Что и, логично, кстати что говоря. Да. А там суд администрирован решил немножко по-другому. И потом пошли два направления. Вот если гражданское дело, то включается, если административное, то в пособие мы не получаем. Но это так не может быть. Не может быть, да, абсолютно, да. Вот тогда, может быть, такой вопрос, который вот в связи с этим вот вытекает. Ну, хорошо, вот было решение, как мы уже констатировали, в 2013 году Сената, которое касалось, кстати, не трудовых договоров, а других видов трудовых отношений. Ну, тоже трудовых, скажу, но это дополнительное значит, согласие между работодателем и сотрудником, что он получит... Когда его уволят, он получит 60 тысяч. Да, но это как бы другой договор, да, как другой, кто-то говорят, парашют буквально золотой. Да. Здесь обычно трудовые отношения с обычной зарплатой и никаких других. Да. Вот все-таки 13-й год, вот сейчас 2020-й, не кажется ли вам, что и в принципе законодатель или Министерство благосостояния, ну, которое отвечает за социальную сферу, должно было вот этот пробел, ну, как бы устранить, потому что, ну, решение Сената – это решение Сената, но никто не мешает, может быть, как-то более четко в законе о труде вот это все-таки записать, чтобы и дальше вот агентство социального страхования четко руководствовалось какой-то статьей, где все сказано, что в расчет пособия по материнству входит там компенсация в случае сокращения, компенсация за неоплачиваемый отпуск, может быть, какие-то другие нюансы? Тут как раз ситуация комическая, потому что ну, здесь как раз не пишется, что входит, а пишется, что не входит. И, значит, в этом списке, что не входит, пособие по увольнению не указано. А, не указано. Не указано. Значит, если мы хотим что-то поправить, то даже эти 60 тысяч, как бы по закону, они включаются. Ну, вот есть решение суда, что нет. Но все-таки тогда, если поправки нужны, то они нужны с указанием, какое пособие не входит. И задается вопрос, а нужно ли эти поправки вообще делать, потому что если мы смотрим на нормы, там сказано, что входит 80% от доходов, которые облагаются налогом. Налогом облагается пособие, и, пожалуйста, по увольнению, и, пожалуйста, вот все как бы в законе ясно, я бы сказал. Вот понятно, что вы все-таки представляли вот, ну, сторону клиента, были, видимо, представители агентства обязательного социального страхования. Значит, у них позиция, я так понимаю, что только опять-таки они ссылались на этот Сенат. Да? Основная была вот, концепция защиты, если так можно сказать, это вот Сенат. Да, в принципе, больше никаких не было аргументов. Вот тогда все-таки, учитывая ваш опыт, я понимаю, что такое дело интересное, может быть, достаточно редкое. Вот обычно, вот вы сказали, что с 2013 года, обычно люди соглашались вот с этим решением и дальше не судились, видимо, понимая, что вот эти временные затраты, судебные издержки фактически лишают смысла, ну, финансового, да, потому что потратишь примерно столько же, а то и больше на все это судопроизводство. Да. Ну, скажем так, судиться с государством – это нелегко, как говорится, потому что нужно как-то веские аргументы, доказательства, что ты все-таки прав. И я думаю, что это дело у нас еще не закончилось, и у нас еще много впереди. Да? То есть, думаете, что будет попытка со стороны агентства обязательства страхования обжалования? Да? Да, и так далее. Я думаю, здесь мы можем и обратиться... К европейскому. Ну, пока еще не европейскому. У нас есть еще ТСИПСР. Да, конечно, естественно. Вот я как раз хотел об этом и спросить. Да, я думаю, мы там можем обратиться, чтобы толковали, вот как этот вопрос выглядит со стороны... Омбудсмена вот этого? Омбудсмена, да. Может ли дойти дело до Конституционного суда? Или это не совсем вот компетенция? Как вам кажется? Я понимаю, что, может быть, это нужен отдельный юридический анализ, но все-таки. В теоретически, да. Но, как я уже говорил, практически закон предусматривает право на это пособие, потому что это есть... доход, который облагается, и это интерпретация суда, которую мы должны показать, что, например,
обязательные пособия по трудовому закону, нельзя избежать, и они облагаются, и они должны быть включены, потому что пособие – это как бы вторая зарплата, пока ты не работаешь, ищешь работу, и чтобы ты не пошел, например, сразу там устраиваться на безработицу, тебе еще есть один месяц. И получается, если мы не включаем, то это как бы человек лишается одного месяца, и он идет по какому-то минимальной программе. Да. Еще, может быть, такой вопрос, который хотел задать. Можно ли все-таки сказать, что сам закон о труде, вот вы тоже, естественно, его анализировали еще раз, что он, в принципе, как бы отвечает интересам, не знаю, наемных работников, скажем так, что, в принципе, каких-то таких вот глобальных изъянов, вот которые нужно срочно вот решать, вы не заметили, что все-таки, если четко вот следовать закону, то нет оснований даже вот для каких-то изменений. В самом трудовом договоре это законе, но он так, это комплексный нормативный акт, он нередко пополняется чем-то. Но в данном случае это более как бы налоговый вопрос. Налоговый вопрос. И тогда в этих налоговых, если государство считает, что там что-то надо изменить, но я считаю, что это чистая интерпретация, вопрос интерпретации, который мы должны доказать, что... И я думаю, вот это чтобы... Если люди сейчас слушают радио, да, что если у них есть похожий вопрос, чтобы они не побоялись все-таки идти в суд, и даже те, которые не получили это пособие, не судились, если вот, например, это дело в Сенате все-таки одобрится, что мы в этом вопросе были правы, то это как бы поворот. Да, поворот. Они тоже могут обращаться. Они могут потом обратиться. И я думаю, вот в таком плане государство ничего не сэкономило, в принципе. То если окажется, что мы правы, то будут новые судебные процессы. То есть вполне возможно, что автоматически, конечно, агентство обязательств страхования свое решение не изменит, и, видимо, придется через суд все это доказывать. Да. На каком этапе, вот на ваш взгляд, должен вот этот ЕСПСАКС, омбудсмен, вступать вот в этот процесс? Его там нужно информировать. Как это обычно происходит? Потому что не всегда люди знают, что вот есть еще одна инстанция. Это, конечно, ни в коем случае не судебная инстанция, но все-таки она может привлечь внимание к этому вопросу. ТСИПСРКС на это может обратить внимание в целом, например, как он обратил внимание по доходам человека, который не соответствует там Конституции, минимальные доходы, да. И он может это в целом обратить внимание, что это нарушение. Но в конкретном судебном процессе он может вступить со своим мнением, которые будут брать во внимание. Также, например, если будет апелляция, то в этой инстанции ТСИПСРКС может по инициативе суда даже здесь дать свое мнение, это будет как бы рассматриваться. Может быть так, чтобы вот эту тему как бы подытожить. Вот что касается вот этого окружного суда, следующей инстанции, если дело до этого дойдет, вот учитывая ваш опыт, что сейчас вот окружные суды, они рассматривают новые обстоятельства или они фактически оценивают вот ту доказательную базу, если так можно сказать, вот которая уже была на момент подачи в административный суд первой инстанции? Апелляция, именно административный суд, здесь есть такой принцип в административных судах, как принцип объективного расследования. Да. Значит, суд сам активно берет действия и расследует, и ищет даже доказательства. И да, он рассматривает все дело заново, берет во внимание, что еще не рассмотрелось, или значит... Еще какие-то обстоятельства, которые не были учтены. Да, не были, можно, если они существовали, их можно тоже рассмотреть, но как бы здесь мы все просто собрали, я думаю, больше это вопрос не фактов, а вопрос интерпретации этих фактов.
Да. Вот так, чтобы было понятно. Я так понимаю, что все-таки удовлетворен иск частично. Там связано с компенсацией. Да? Суд, по-моему, решил, что какая-то дополнительная компенсация не нужна. Да? Здесь технический вопрос. То есть он несущественный. Он несущественный, потому что суд как бы рассмотрел, какие расходы судебного процесса возмещаются потраченные истцом. Да, это да. И частично по регулированию кабинета министров всем выплачивается 50 евро. То есть, ну, как расходы, которые гарантирует государство. Угу. Но это больше нет, и поэтому это технический вопрос. Но это можно влияет. Потом еще дальше судиться, как говорится, да. это не точка, но вот в этой стадии это, наверное, не самый главный вопрос. Да, поскольку вы все-таки специалист, эксперт действительно по вот, защите базы данных, да, вот, не могу не задать вам вопрос, что, учитывая ваш опыт, сейчас вот актуальное вот, защите вот этих личных данных, ну, к примеру, физических лиц или даже юридических, я почему спрашиваю, поскольку, ну, вот мы видим, как меняется, к примеру, регулирование вот этой банковской сферы, и уже когда ты говоришь и с предпринимателями, ну, я сейчас говорю только про даже по резидентов Латвии, по нерезидентов, это, наверное, отдельная история, и они все говорят, ну, уж какие сейчас вот защита данных? Мы понимаем, что фактически банк проверяет все, нужно предоставлять всю информацию, в том числе иногда даже запрашивает там 13-й год, 10-й год, да, хотя раньше считалось, что какие-то документы нужно хранить 3 года, сейчас это уже тоже практически не действует, презумпция невиновности в этой ситуации не действует, и в чем вы видите тут какие-то риски, и действительно ли вот это вот защита данных еще вообще актуальна, потому что получается, что у нас есть знаменитая эта регула Европейского Союза, но она иногда касается каких-то таких вопросов, не знаю, публичности, но ни в коем случае не вот таких глубокие защиты данных. Да, регула, конечно, касается этого вопроса. Да. Но здесь, как мы видим вот в предыдущем вопросе, где административный суд решил так, гражданский да. так, но это одно государство, да? Да. То здесь то же самое я вижу, потому что инспекции по защите данных есть у нас, есть, которая да. говорит, как меньше, как больше, меньше сохраняйте, а тут есть у нас финансовый надзор, который потом скажет, ну, у вас доказательств нет, и все. Поэтому эти две институции, или три там даже, да. которые это все надзирают, они должны работать вместе по этому вопросу и определить какие-то, ну, как говорится, направления, вот, где есть эта граница. Потому что окажется, что вот одна институция говорит, стирается, другая не стирается. И пока эти 2-3 не договорятся, еще архивы, есть, архивы есть, да, есть, пока да. они не договорятся, и каждый будет на свою компетенцию так узко смотреть, то ничего хорошего не будет. Угу. Ну вот есть проблемы вообще, да, с точки зрения вот, защиты данных и, вот, к примеру, ну, не знаю, банковской финансовой деятельности, потому что понятия банковской тайны больше нет, ну, по существу, да. Ну, банк не может разгласить, конечно, то, что он собрал. Ну, публично, да, публично не может, да. Ну, по запросу государственных институций, соответствующих, как, значит, служба по финансовой разведке. Она так называется, да. Да, так называется. Там они должны, значит, отдать эту информацию, но тоже там запрос и обработка должна соответствовать регуле. Вот еще одна тема, я думаю, к вам тоже обращается часто за консультациями, что касается вот коммерческой тайны. Есть такое понятие, насколько это вот коммерческая тайна, она действительно является коммерческой тайной, и она как бы защищена, потому что в последнее время такое ощущение, что коммерческая тайна – это, ну, по существу только защита от конкурентов. Да? То есть, если какие-то другие вопросы, то уже коммерческой тайны нет. Я почему спрашиваю, вот там аудиты происходят. Ходили там, не знаю, там
в муниципальных организациях, вот это вот капитал сабидриб. С одной стороны, понятно, что это используется в том числе деньги налогоплательщиков, вроде бы должна быть какая-то публичность, но есть какие-то договора с третьими лицами, с подрядчиками, с субподрядчиками, и, к примеру, аудиторы говорят, что вот эта информация, вот наш аудит, ну, не публичный. Да? Ну, а потом, там, не знаю, администрация, временная администрация говорит, нет, все опубликуем, все полностью опубликуем. Вот где тут баланс? Ну, надо учитывать, потому что, например, если публично, значит, СИА заключает договор с другим частным СИА, и там написано в договоре, что вот этот договор коммерческая тайна, тайна, мы не разглашаем, то это надо все-таки учитывать. С другой стороны, ну, есть какая-то информация, которая будет разглашаться. Я думаю, это, ну, мы здесь трудно ответить будет сразу на этот. Ну, в принципе, если дело дойдет до суда, вы тоже можете представлять такие интересы, если вы вдруг видите, что здесь такой спорный момент, да? Да, потому что, ну, у нас есть новый закон о коммерческой тайне, он тоже по европейской директиве принят, что есть тайна, что не есть тайна, и как она сохраняется, у нас есть новый закон. Да, одевай, пожалуйста, наушники. У нас есть звонки 6212-939, 6213-939. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Да, пожалуйста. Можете подсказать вопрос по поводу выплаты компенсации? То есть мне было отказано вообще в выплате, потому что я пришел регистрироваться, там было время 3 месяца после того, как тебя уволили. Вот, из-за депрессии я, значит, долго тянул, пошел последние дни, и там какие-то были праздники. Короче, меня даже не зарегистрировали, что я к ним пришел. Имеется в виду в службе занятости? Да-да-да. Ну, вот лет 20 назад регистрация в одном месте была, потом сама служба, это биржа, была в другом месте. Сейчас вроде как в одно пришел, и все. А раньше надо было там ходить. Спасибо большое. Да, нет, ну, это, наверное, какой-то частный случай, надо разбираться, тем более, что это было давно. Но вот что касается каких-то сроков, да, их тоже все-таки надо стараться соблюдать, да? Да, сроки надо соблюдать, потому что есть сроки, которые не продлеваются, но есть процессуальные сроки, которые продлеваются. Если человек указывает, например, уважительную причину, уважительные причины, почему он опоздал или болел. По состоянию здоровья, да. Да, он может обратиться, там будет отдельное решение, например, и так далее. Да, еще говоря вот это о защите персональных данных, все-таки вот и с учетом, может быть, этой регулы, с одной стороны, показалось, когда вот эта регула вступила в силу, соответствующие поправки в законы в Латвии тоже были вот внесены, что все-таки как раз ужесточается вот этот процесс защиты данных. Это действительно так? Вот ужесточается или только так, на бумаге ужесточается? Ну, скажем так, мы можем каждый день читать новую информацию, какие, значит, штрафы в других странах. Да, очень большие, да, кстати, очень говоря. Очень большие, и везде, и много случаев, где нарушается. И я не думаю, что только в Латвии это проблема. Это проблема в Западной Европе, потому что они очень свободно вообще живут. И в другой раз меньше внедряют эти правила, как здесь. Мы здесь и перестарались иногда со всеми правилами. Но здесь штрафы пока, информации очень мало. Я не могу так сказать, но вообще-то по сравнению с 2018 году, когда все хотели внедрить, да, сейчас да. бы как-то затормозили, и это стало как бы обычным вопросом, но на деле это не так. Если вы попадете на инспекцию по защите данных, она вам хорошо спросит, что и как. А как может попасть вот чаще всего? Это что, работодатель допускает какие-то нарушения? Вот в чем вы видите вот чаще всего, где возможно вообще что-то нарушить? Нарушается по всяким причинам, значит, ну, просто не было времени, или
что-то не поняли, что это тоже надо решать, или забыли там выбросить старые документы, которые там с 90-х годах стоят, ну и так далее. Эти причины разные. Да, это работодатель, это фирмы, которые собирают через интернет данные. И я бы сказал так, что эту регулу так до конца может, ну, внедрили, может быть, 10% вообще, и в том числе это касается государственных институций. Угу. Сначала очень так все активно взялись за ее внедрение, но и потом все-таки как-то это потеряло свою актуальность. Внедрили, да? Внедрили, но больше, может быть, формально. А по сущности, если посмотреть, мы везде можем найти какие-то проблемы или недоделки, или там денег не хватило, или что, и так далее. Угу. Вот это, может быть, такой частный случай, но я думаю, многие с этим сталкивались, возможно, даже и вы. Ну, звонок на мобильный телефон, да, компании, клиентам которой я или являлся, или даже являюсь, да, и они начинают мне что-то рассказывать, там, какую-то рекламу, что вот вы не хотите на это подписаться и так далее, да. Но, конечно, нужно смотреть, давал ли я согласие на обработку этих данных, многие уже формально отметили и забыли. Но если, допустим, нет этой галочки, с одной стороны, вроде бы я действительно их клиент, они вроде могут мне и позвонить, да, но с другой стороны, я им не давал такого права звонить и начинать там меня отрывать, рассказывать мне о каких-то их рекламных акциях, говорить о том, какие пакеты я еще должен взять и не взять. Да, здесь есть два варианта, как можно, например, использовать для рекламы данные. Один вариант – это согласие, но это не единственное. Например, если человек уже является клиентом, он что-то купил, использовал какую-то услугу или на данном моменте использует, то ему можно предложить и дальше, пока он от этих звонков не отказывается. Да? Можно и отказаться, да? И можно отказаться, но, как правило, это меньше как бы рассказывается вот сейчас, как вы можете отказаться, да, такой информации вы не получаете. Но вообще право у вас такое есть. А если вы совсем, как говорится, нигде клиентом не являетесь и вам звонит, ну, да, там... Могут быть нюансы, да? Могут быть нюансы, но в целом есть вот эти два варианта. Угу. Давайте примем еще один звонок. 6212-939, телефон прямого эфира, 6213-939. Да, ну вот был звонок, сейчас нету. Вот, может быть, еще такой вопрос, связанный вот с защитой данных. Ну, мы сейчас живем в такое необычное, может быть, время. Наше поколение, я думаю, предыдущее такого не испытывало. Это пандемия. И целый ряд вводится каких-то гласных ограничений, негласных. Вот вы видите тут проблемы с точки зрения, там, не знаю, защиты персональных данных и так далее? Потому что там на входе многие кафе измеряют температуру. Ну, всякие. Притом это все происходит, естественно, публично. Но фамилии, наверное, еще пока не спрашивают. Да? Но вот... Есть вопросы вот, с точки зрения? Да, конечно, потому что здесь, например, сейчас есть везде много где требований записать людей, которые приходят в парикмахерскую, да, в автосалон, в автосервис. Да, фамилия, имя, да. По имени, имя, телефон, и они записывают на одном листе поочередно. Да. Точно. И мы видим эти все список, каждый следующий видит предыдущего. Да. Это неправильно. Это уже нарушение. Это уже нарушение. Угу. Это, кстати говоря, вот у меня там один знакомый, я так понимаю, была презентация, где ходили смотреть вот это новое жилье. Это такое делает день открытых дверей. Абсолютно справедливо. И стоит девушка, сначала люди осматривают, а уже на выходе им говорят, так, вот ваше имя, фамилия, подпись. Ну, конечно, они не проверяют, там могут написать какую-то любую другую фамилию, но неважно. И я вижу все предыдущие фамилии, имена и подписи. Это уже нарушение. Это уже, в принципе, нарушение. Потому что если это делать, это надо делать по-другому. Как? Ну, это надо думать. Ну, по крайней мере, так, чтобы не было общим списком, да, и чтобы можно было... Ты заполняешь какую-то, может быть, анкету отдельную. Да, отдельную, там... маленькую. Так, чтобы другие не видели. Да. Есть звонок. Доброе утро, слушаю вас. Пожалуйста. Да, слушаю вас. Здесь Гаврил, вот правильно Ким сказал ваш интервьюер. Наши перегнули с этими данными, потому что, допустим, я положил деньги в банк, а банк
скажем, выдал мои, не только имя и то, да, все, а мой счет и даже снял судебному исполнителю. Во-первых, этот судебный исполнитель, я его не знаю, первый раз, так сказать, слышу о нем. А банк сразу выдал все мои данные, даже сняли деньги. Это не годится никуда. Так банки не должны работать. Спасибо. Спасибо большое, да. Ну, на судебный исполнитель это может быть отдельная история. Видимо, есть какое-то основание. Не могут просто так вот взять и судебному исполнителю выдать. Ну, здесь есть некоторые случаи, когда банк должен выдавать информацию. Это служба по доходной, по налогам, да? Да. Вид, да. Дальше судебные исполнители также. Это все в законе есть. Да. Это в законе есть, но там есть одна проблема. Например, раньше было, если судебный исполнитель, он хочет получить, например, 100 евро, а он знает, что вот он не знает, в каком банке есть у вас счет, и он рассылает на все там, сколько у нас... Все 12, да. И с каждой снимает, например, по 100 евро, и потом видит, ну, что банк заблокировал эту сумму, ну, и потом это возвращается, но это проблемно, да, потому что иногда бывали случаи, что вот у вас у всех банков из-за 100 евро заблокировали все счета. Вот, кстати, интересно, но это может быть не только судебными исполнителями, но вот в том числе, наверное, с ними. Когда вот такие государственные, не только государственные, звонят по телефону клиенту на его личный мобильный телефон и что-то говорят, и высказывают какие-то, не знаю, требования, просьбы куда-то что-то перечислить, в какой-то степени это тоже нарушение, потому что, во-первых, мы не видим и не знаем, действительно ли это звонит судебный исполнитель там, из другого государственного учреждения, или это там мошенники. Все-таки это тоже форма общения, надо как-то от нее отходить так, чтобы это было понятно, что действительно судебный исполнитель. Должно быть какой-то, сейчас уже можно электронно это делать, с этой электронной подписью, да? В принципе, обычно не звонит. И как вот, например, банки в своих сайтах говорят, мы никогда вам не звоним и не спрашиваем такие-таки данные. Я думаю, также надо сделать политику какую-то некоторым институциям, как, например, ВИД, судебный исполнитель. Прекратить вот эти звонки, да? Ну, может, они даже не звонят, но им надо сделать какое-то сообщение, чтобы эти мошенники после банков не набросились на другую тему, например, что мы из ВИДа звоним и давайте нам на такие-такие данные, чтобы ВИД сам сказал, вот в каких случаях они звонят, в каких не звонят, чтобы человек различил, что это не может быть ВИД, потому что они сказали, что в таких случаях не звонят. Да, вот еще, может быть, такое вот время у нас быстро эфира подходит к концу, все-таки такой вопрос, вот... примеру, вот Валстинимудьенес, вот эта служба госдоходов, очень часто, по крайней мере, предприниматели говорят, что им, к ним обращается эта служба, ну, фактически с информацией об их партнерах, ну, о третьих лицах. Да. Более того, когда происходит какой-то там аудит, вот эта проверка хозяйственной деятельности, они говорят, ну, вы должны были всю информацию, вы должны были о партнерах собрать. Они говорят, знаете, ну, мы с этим вот партнером работаем десятки лет. Если у него оказалось там еще один партнер, который там нечистоплотный, все эти истории с ПВНом, ну, мы, у нас нет специальной службы расследования. Они говорят, нет, вы должны вот проверить были всю цепочку, всю репутацию и так далее. И не, зачастую мы помним эту историю с ССКОМ, там потом все-таки удалось как-то договориться с службой госдоходов, когда они требовали информацию о всех клиентах, да, вообще. Там, кстати, дело не закончилось. Там, кстати, дело не закончилось, да, между мы прочим. Европейский суд ждем. Да, Европейский суд ждет. Да, вот это я уже упустил. Да. Вот что делать в такой случае? С одной стороны, обращается ВИД, это очень серьезная организация. Понятно, что просто скажешь, идите, до свидания, ничего мы не будем предоставлять. Это, наверное, не та форма коммуникации, не совсем правильная. Как быть? Да, но здесь проблема как? В целом говорится так, если у государства есть какие-то базы данных, например, регистр предприятий, там, список ПВН-плательщиков, он должен быть официальной с юридической какой-то силой. Значит, если сама институция опубликует, это есть юридическая сила. До сих пор, сейчас только это начинается. Сейчас только начинается, да. Вы видите в сайте, например, ВИДа вот такой список, но там написано, это не имеет юридическую силу. Ну, как это так?
Значит, зачем? А как же мне работать? Зачем это публиковать тогда? Потому что если я на это полагаюсь и завтра это изменит, то это не имеет юридической силы. Также, например, есть эта разведка финансовая. Финансовая разведка, ДНС. Да, служба финансовой разведки. Да, у них на сайте есть список этих нехороших лиц, с которыми нельзя иметь дело. Да. Значит, он тоже должен иметь юридическую силу. Иначе теперь что происходит? Мы заходим в этот сайт, мы реально распечатаем это, то, что на экране, иначе завтра, если поменяет, то у нас нет доказательства, что мы это смотрели. Но это такая проблема, что иногда четко ли обозначено, что то, что там есть, это имеет юридическую силу. Угу. Да, время у нас действительно подходит к концу. Спасибо большое. И это тоже история, с которой мы начали, весьма такая поучительная. Кстати, для всех, у кого есть такие проблемы, не сдавайте сразу, пытайтесь все-таки вот свои права защитить. Член правления компании S-Cyber Registry, Марис Укерс, у нас был в студии. Большое спасибо.